Джекича на контейнерах был. Вообще голоса не было. Те чуваки, которые меня не знают, ну, будут же так, ну, у Джекича там смотреть. Вот, подумают, блин, что за гопник какой-то, прокуренный голос непонятный, что за тип вообще. Да, у меня там вообще не вариант. Пацаны, погнали к озеру, будем пробовать, пацаны, погнали потихоньку к озеру. Все, я сказал в голосовом, я не знаю, кто услышал, кто не услышал, блин, но... Но у меня опять все стоят, прикинь. У меня и чат стал. Так, дай-ка я радио включу. А? Вот сейчас, да, потихоньку начинают люди передавать рубль. Так, ну чат я убрал, но это фигня, чат нельзя убирать. Так, ну чё, пацаны, кто на стриме, кто бежит за мной? Давайте, пацаны, борьба за легендарнейший очередной скин, который стоит кучу-кучу овер денег. Все в ваших руках, нужно всего лишь передать по 1 рублю подряд, мне. Все, ребят, начинаем, погнали. Ну, короче, кто-то должен 2 раза рубль, да? Сейчас, да, Антон, Андрей, Малой, Саня, Еси, Пэл. Или Юсуп, Юсип. Там же ГД, да? Брик, есть? Кирия, Леха, легендарний. Что нельзя Вин. Подряд так долго. Миш, иди сюда лучше. Вот здесь вот читай ники. Сема, Стунов, Сема, Стунов, Сема, Стунов, Сема, 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 Никита, Женя, Коля, Кирилл, о. Ян. Блять, опять вы, да ёб твою дивизию. Слушай, там, по-моему, было 2 раза подряд. 2 раза? Нет. О, какой-то. Можно запись пересмотреть, но потом пересмотришь, ладно. Миш, не подставляй меня. Было, не было. Я точно знаю и вижу, когда было, когда не было. Запись записывается. И вот эти твои осечки, походу, не походу, ты, пожалуйста, не промахивайся. Короче, я даже на стандартной графике, прикинь. Что ты уволен, Миш? Плохой наблюдатель. Так, ну что, давайте еще раз. А, у меня, кстати, камера выключилась. Давай батарейку поменяем. Слышишь, Паш, что можно еще замутить? Я делал что конкурс по смс-ке. Типа, чье последнее сообщение, ты резко отключаешь, что ты выиграл. Да? Да. Давай, пока я не знаю, песня играет или что-то такое. Чтобы не я стоп сказал, а кто-то другой, либо ты что-то сказал. Нет, смотри, ты говоришь свой номер телефона. Тебе плудят все в смс-ку. Ты резко пишешь топ-кома, выключи телефон. Чё последнее сообщение, кто ты выиграл? Настоящий номер телефона? Нет, ты чё? А вы пересматривали только что запись? Да. Там не было 2 раза Сёмы? Подряд нет. Он был просто 2 раза вроде бы. А там надо подряд 2 раза? Ну да, 2 раза подряд. Ты 2 раза, скорее всего, не подряд тебе перебили. Он не подряд. Паша, давай, давай. Я пересматривал. Видите, подряд. Не было подряд, ребят. Я пересматривал 100%. Да, будет все на ролике. А кто там думает, что кто там 2 подряд? Да Сёма, он просто 2 раза сделал, но не подряд. Чё, ребят? Чё, давайте делаем, попробуем, как Дима сказал. Ни разу еще так не делали. Скучновато, если честно. Просто мы можем разыграть так 2 скина. Слушай, а есть вариант сейчас тэпнуться в Южный? Вот просто ты мне будешь называть номера, я буду всех тэпать в Южный. И мы будем прыгать. Давай? Ну, мы можем, но тут очень много людей, и это по времени очень много займет. Да? Мы можем. Можем выборочно. Блин, выборочно неправильно. Знаешь, как сделать? Типа по смс-ке тоже, допустим, выбираем из всей толпы 10 человек, ну или 20, как ты захочешь. Они пишут свои... Не, Дим, надо всех, вообще не волнует. Только знаешь, что прикол? Подряд. Они же не смогут сюда подняться снова? Или смогут? Тут какой-то... Никак, то есть только админы их могут тэпать. Да. Надо запоминать ники, чтобы никто сюда не смог вернуться. Давай? Они никак не вернутся. Ну блин, нет. Админы вдруг будут тэпать, людей там много будет, понимаешь? Админы могут втихую людей тэпать своих, понимаешь? Это во-первых, а во-вторых, ты сейчас будешь находиться там. Ну вот, например, мы вот сейчас засекаем, например, 3 минуты. И 3 минуты я буду сейчас сюда людей тэпать. Все, 3 минуты кончается, кто не успел приехать, тот опоздал, верно? А, чтобы кто приехал. Все, давай, Миш, всё. Засекай 3 минуты прямо сейчас. Давай, на своем телефоне. Это мало. Давай, я пока буду... Все, засек. Пока не засекай, сейчас, я команду подготовлю. Они уже едут. Они уже 100% не по смс-ке, просто ты мне айдишники сейчас сделай, пускай все бегут на дом, к хате, во двор, обратно. Пацаны, 1000 извинений. Немножко меняем концепцию, но это намного интереснее, чем просто кто-то будет мне писать смс, и, ну, да, тут да, даже да. Азарта никакого нет, я считаю. Вот.
Давайте, пацаны, все, бегите во двор, давайте, делайте построение. Дима будет каждому подходить, называть мне номер, айдишник, и я буду тэпать вас сюда. Нужно будет перепрыгивать через коридор. Кто останется, тот останется. А тоже, знаешь, какой момент? Будем тогда по 10 раз прыгать сначала. По 10 раз, да? Не будет же человек до победного прыгать? Или будет прыгать до победного, но мы будем считать, сколько он прыгнет, да? Да, да. Давай, да, будем считать, сколько он прыгнет. Ну, так, ну чё? Давай, готовлюсь. Так, get hairy, пошли айдишники. 668? 208. Я долго буду, Павлик, очень, я тебе говорю. Я не привык. 601. 208. Да, 208. Какой? 601. 601, да? 701. Блин, 701. Случайно 601, блин. Так, дальше. 663. 793. Ребят, строй, встаньте. Кто вокруг меня окружил, я не буду говорить, айдишники. Я сразу сказал. 260, 155, 368. Че, там еще много народу? 752. Тут дохуя. Я не знаю, зачем Паша это придумал. Давай, давай, давай. Хера, ну 3 минуты уже стекло. Мы 30 минут где-то тэпать будем. 517. Меня просто окружили все, даже подойти не могу. Я буду из толпы далеко, короче, говорить, потому что сказал, кто, блядь, пацан, не в строю, я буду игнорить. Ну реально, встаньте в строй, пожалуйста. Ну все, так и называют, кто в строю, все, они сами виноваты. 468. Все равно тут очень много человек не поместится. 255, 660, 124. 124. 94, 575. Вот сейчас все, последние 3 минуты проходит и все, потому что 6 минут уже сейчас будет. Ну тут толпа осталась еще, Миш. Ну давай дальше. 192. Чего ты там? Ну я не успеваю, клавиатура неудобная. Ну он не моя клавиатура. 193. 636. 140. 135. 431. 149. 357. 8 они. Они там хоть чуть-чуть кончаются? 118, ну поменьше. 4 минуты прошло. Нам уже 10 минут прошло. Сколько? 347 айди. 347. 36 айди. Блять, меня завалили, пиздец. Ну вот и все, тогда все. Все, заканчиваем. Меня завалили, хорошо. Флай, быстро, флай. Флу, ёбаный дивизию. Да блин, я не успел. Давай, флай, делай всё, делай. Да клавиатура мне неудобная. Блин, ну Миша, ну биара. Да Павлик, ну клавиатуру бы ты мне мою дал, я бы тут сразу написал. Люди знают, когда не к своей клавиатуре неудобно писать. ХП, как там вообще? Скажу тебе, ауф, Миша Нупчинский. Михаил Нупчинский. Дим, сейчас так... все, больше тэпать никого не будет? Не будет, не. Окей. А кто тебя убил? Да какой-то Вася, у меня потом я откат скину. Ну отпускай этому Васе, все остальные скажут спасибо. Так, ну что, дорогие друзья, всех приветствую на нашем мероприятии. У нас действует строгая дисциплина, поэтому не стоит забывать о наличии порядка. Значит, все стоим, не шевелимся возле меня. Возле меня, не отшиваемся. Ручки сжать я сейчас никому не буду. Кто стоит рядом со мной, того буду тэпать. Так что лучше встать в строй. Лучше встать в строй. Вставайте в строй. Соблюдаем. Все здесь на равных. Молодцы, ребята. Даже сделали такой полукруг. Меня вроде бы все слышат. Ну, если кто не слышит, заходите к Арменчику. Я там, значит, на голосовом. Ну что, дорогие друзья. Задача простая. Старички и подписчики канала игрового знают, что на четвертом сервере мы практиковали такую тему, как прыжки, значит, через вот этот вот туннель. Юра, наебатор, пожалуйста, можно тебя попросить? Наебатор отсюда. Короче, просто перепрыгиваем, пацаны, и кто больше перепрыгнет, тот и забирает многомиллионный скин легендарный. Все просто.
Вот смотрите, давайте, смотрите, пацаны, ребят, давайте встанем здесь, построимся, вот где я стою. Давайте сюда перейдем, сюда, чтобы всем было видно, чтобы всем было хорошо. Вот так вот вдоль вставайте, ребят, да. Вот так вот шариком, шариком, полуовальчиком делай. Ой-ой-ой, кто-то уже там упал. Кто-то уже выпал. Тихо, во-во-во. Отлично, во, молодцы, ребят, красавчики. Вот так вот четко. Во, Паш, возьми номера у него по-братски. Давай, давай. Ребят, небольшая рекламная пауза. Сейчас, секунду, тут человек хочет мне презентик сделать. А Дима у нас пока нам покажет, как надо правильно прыгать. Ну что, Дим? А если я упаду сейчас? Я тебя тэпну. Сделай десяточку хотя бы. 170. Успел? Да. Автомобильный номер. 170. Подожди, Дим, не прыгай пока. Так. Вор 739, я так понимаю. А, нет. Пэлс. Все. Дэнни, спасибо тебе огромное, братка. Вообще, от души. Повеешь на какую-нибудь крутую тачку. Все, ребятушки, малатушки, по-братски, мои хорошие, мои дорогие. Все, вставайте все в строй. Стоим только мы здесь с Арменчиком, ребят. Что? За 40 лямов эти номера, брат? Серьезно? Так, ну... Ладно, тогда буду за тебя, брат, болеть. Смотри, не подведи. Дам тебе три попытки за это, хорошо? Я думаю, никто, пацаны, ну, не возражает. Денчик просто мне 40 лямов, получается, подогнал. А, брали за 30... А, вор 3 семерки. Я думал, вор 700. Ну ладно, две попыточки тебе дам, Дэнни. Все, садись, братишка. Вставай со всеми. У тебя будет две попытки. 598-й. А, ты с хасла? С хасла, да, трудновато. Ой-ой-ой, ребят, да, кто с хасла, то тем трудно, точно, слушай. Блин, ребята, вот об этом мы не подумали. Много кто с хасла играет, ребят? Сейчас скажут все, я. Да, о, слушай, немного. Ну, нормально. Один челик. Нормально, ребят. Ну, попробуйте, чё, да-да, нет-нет, будем теперь почаще проводить именно в таком формате мероприятия. Ну чё, давайте я попробую. Я вот, у меня рекорд, по-моему, 100 раз. Да, Дим? Я сотку тогда добил, помнишь, что-то было? 66. А? 66. У меня? Да. Ты, нифига, ты помнишь, а у тебя? Да я не помню. Я помню, я ж сотку добивал тогда. Почти. Ладно, давайте я сейчас до победного, чисто ради интереса. Ну-ка, сейчас. Давайте считаем, ребят. Погнали. Так, сейчас. Ай-яй-яй, 6! Вух! Повезло, пацаны. Главное, много раз shift нажимать. Здесь руками не цепляется. Да. Прикольно. А здесь срабатывает анимка? Тихо. Здесь, по-моему, руками не потянешься. Так, главное без передышки на самом деле. Ой, все. 10 раз. Короче, я сейчас пацанам сразу секрет расскажу, потому что я сейчас решил экспериментировать. Пацаны, все, короче, смотрите, я всем рассказываю секрет, потому что буду болеть я за всех, и поэтому свой лайфхак, который работает на 100%, я вам поведаю, рассказываю, в общем. Прыгайте на самом последнем, вот на самом кончике, нажимайте на прыжок. Прям на самом кончике, и тогда вы заберете победу, потому что я сейчас попробовал чуть заранее. Ну вообще отсюда можно чуть заранее, в принципе. Вот сейчас Роберт, давай сюда. Оп, Роберт стукнулся. Сейчас вот чуть заранее попробую отсюда. Не, тоже не надо. Так. Егорик такой умный, говорит, Паша, тэпни, чисто понаблюдаю. Не, ребят, так не будет. Можете не писать. Ой-ой-ой, тихо. Так, ну что, я думаю, можно потихоньку начинать. Че, ребят, погнали. Мишку, братишку, я сажусь сюда вместо себя, сам наблюдаю со стороны. Кто первый? Погнали, пацаны. Кто первый, того и тапки. Миша, подходи к людям, называй имя, и пусть они начинают прыгать. Да давайте начнем вот справа. Справа, Саш. О, давай самого малого. Самого малого, Саня. Давай, у тебя везучий скин по-любому, Саня, делай красиво. Давай, вот с правого ряда и начнем.
потихонечку делать красиво. Да вот машина конкретно сюда только и приезжает. Туда еще, кстати, есть какая-то дорога. Ладно, потом. Знаешь, что сейчас надо просто тупо делать? Надо сейчас просто тупо собирать всех, бить сигнал желтой тревоги, пока не красный, но желтый, это уже ебать. И просто нахуй производить тут зачистку в наглую. Сука, меня реально за***ло, нахуй. Хожу, блядь, как школьник, нахуй.